За рулем автомобиля Ирина Егорушкина, ученица детско-юношеской автошколы. Девушка волнуется. За рулем сидела мало, а тут нужно выполнить и фигурное вождение, и змейку, а затем еще и в гараж заехать. Когда начинаешь движение, нужно подъехать, забрать кольцо, положить его в машину, потом сделать круг, передом его проехать и проехать его задом. Потом, когда ты его проезжаешь, возвращаешься обратно, вешаешь кольцо, едешь, делаешь параллельную парковку, потом в колею, обратно задом выезжаешь в парковку, делаешь задним ходом, выезжаешь из парковки задним ходом и делаешь змейку вперед и назад. И все. Юношеский конкурс по автомногоборью проводят больше 10 лет, однако для Рязани он в новинку. 5 областных команд, всем ребятам 16-17 лет. Ребята старались сегодня и работали на отлично. Я, честно скажу, ими доволен, наблюдая со стороны. Не могу сказать, что отметить кто-то лучше, кто-то хуже. Все они молодцы, умники вообще. Если они будут такими профессиональными, будут часто участвовать в таких конкурсах, то я думаю, что кто-то их когда-то где-то заметит. Вот. Они могут добиться большой карьеры и хорошей работы. Все задания необходимо сделать быстро и максимально точно. Ребята признаются, самый трудный, но и при этом самый интересный этап – фигурное вождение. Практика дела не ограничилась. Теория правил дорожного движения им тоже пригодилась. Именно эти водители будут настоящими профессионалами, потому что, получив вот такое грамотное обучение, хорошо зная правила дорожного движения, не делая ни одной ошибки и выполняя их буквально в считанные минуты, даже иногда идет на секунды, да, соревновательный этап, дети действительно становятся водителями-профессионалами. И будем надеяться, что они не только сами будут хорошо водить, но и будут, скажем так, помощниками госавтоинспекции и других тоже призывать к тому, чтобы все соблюдали требования правил дорожного движения. Заветное водительское удостоверение ребята получат в 17 лет, сразу после своего дня рождения. А пока их ждет куда более важный экзамен. Через 8 месяцев команда-победитель из автотранспортного техникума будет представлять Рязань на всероссийских соревнованиях. Валерий Седов, Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».